посмотрим, кого здесь можно вытащить. Но мы уже присмотрели. Это вывернушка, да? Ну давай попробуем. Ага, точно. Ну, это вроде такая у нас есть, нет? Давай попробуем, как он тянет. Еще, еще. Ты видишь? Еще на воде. Угу. Ой. Пронес, да? Ну, близко не бери к этому. Нет, не зацепишь за лунку, ага. Ой, не долетела. Хотя, я не знаю, это если вывернушка, как-то она вывернулась уже вся. Да? Чтобы она схватила ее. Ай-яй-яй. Еще чуть-чуть. Ну да, еще чуть-чуточку. Ага. Еще, ага. Чтобы в лунку не влетела. И там на воде. Нет, не хочет она ее брать. Просто над ней на воде, равняй. И все. Может, захватит. Над игрушкой на воде. Все. Вот так. Ну, не повезло нам. Есть еще? Не повезло нам. Видишь, не забросила. И опять туда же. Что, будем еще его пробовать? Ну, надо один над ней. О! Отпрыгнула. Покажи. Вот. А, ну потом попозже вывернем, да? Угу. У нас такая вроде есть, да. Уже, да? Так, ну давай еще кого. Можно кого-то Борьку. Ты думаешь? Можно, да. Вот еще муж мисс маленький. Ну, я не знаю, просто, наверное, над ним наводить. Хотя он такой мелкий, я не знаю. Надо над ним навести. Если навела, нажимай. Ой. Ну, если над ним наводить, ну, я тоже не знаю. Давай попробуем. Жалко, провалился. Чуть-чуть не хватило влететь ему. Видишь как?
Ничего не помешает там? Ну, навела? Вези. Здорово. Молодец, получилось. У нас еще две попытки. Это муж Мир. Наши любимчики. Мама, попробуем горьку? Попробуй. А как его брать здесь? Я даже не знаю. Просто надо наводить, но там игрушки мешают, наверное, да? Ты думаешь, он подхватит его? Ну, хотела. Не зацепит? Да вроде бы нет. Чуть-чуть. Ой, провалился, сильно провалился, он просел. Ну пробуй, кого еще можно? Зацепит пандочку? Ну давай, кого можно? Или вот ежика? Давай ежика. Над ежиком наводи. Жалко, сильно, сильно Борька провалился туда. Ну, чтобы над ним наводи, над ежиком, а там как он пойдет. Тяжелый? Да. А, вот, нашла. И вот. Такой у нас уже есть, ты его вывернула, да? Да. С этой стороны. И дальше.